жители нашего города убеждены, что у нас все самое-самое. Самое синее море, хотя и называется черным. Самый красивый оперный театр, самые веселые люди, это, конечно, одесситы. Несмотря на то, что в городе не хватает питьевой воды, а в морской чего только нет. Нет ни знаменитой Кефали, ни Шаламб. Несмотря на неприглядный вид старых дворов, архитектурное убожество новых микрорайонов, мы улыбаемся, причем в два раза чаще, чем москвичи, и в два раза шире, чем в Магадане. Все-таки Одесса остается Одессой, и здесь может случиться все, что угодно, даже такая неправдоподобная история, которая началась на Приморском бульваре. Думаешь, помидоры нужно крутить уже? Или потом будут дешевле? Насчет дешевле сомневаюсь. Ой, как вам нравится стихийное бедствие на Филиппинах? Я вам скажу другое. Ко мне приехали родственники с Москвы, Ленинграда, Казани. Это хуже стихийного бедствия. Получила письмо отцов из Америки. Ну и как они там? Глянь. Пишет так же, как у нас. Все хорошие товары только на доллары. Собирается возвращаться. Подождите! Что вы там стоите? Давай. Мужчина, дома читать надо. Илья Петрович, не то, не то, не то. У вас же была ясная и четкая задача. Вот наш договор. Создать произведение, которое в увлекательной, занимательной, желательно веселой форме агитировало бы граждан страховать свою жизнь и имущество. А что вы мне принесли?
Инструкцию по страхованию, расписанную в лицах. Мы вам этого не заказывали. Господи, ну где же интрига? Где ваш юмор? Ну где же, наконец, эти самые песни-танцы? Я же знаю вас как замечательного автора вашей оперетты «Любовь на закате». На рассвете. Да, «Любовь на рассвете». «Любовь на рассвете» – это же потрясающе. И кроме того, вы меня подвели. Я рекомендовала вас Марку Афанасьевичу. Практически поручилась за вас. Не отвлекайтесь. Когда у вас срок сдачи? Через 3 недели. Ну вот будьте любезны, через 3 недели принесите мне то, что мы вам заказывали. Простите. Иначе мы расторгнем договор и взыщем полученный вами аванс. Ну, договорились? Форме. Комедия о страховании жизни. Бред какой-то. Ефрейтор запаса Александр Ермоленко. Желаю успеха в гражданской службе. Спасибо. И счастья в личной жизни. Постараюсь. Никакая не умная, я просто посмотреть. Да у меня и денег нет. Ну, народ. Женщина, это обезьяна синтетика, да? Натуральный из-за. Сколько стоит? Ну, чего плачешь-то? Обезьяны кончаются, а они не пускают. Это не... Девушка, простите, сколько лет вашему ребенку? 17. До сих пор кукла играет? Это моей сестре. У нее сегодня день рождения. Подождите, одну секундочку. Что такое? Есть предложение. Книга
Лучший подарок. Я вам книжку, вы мне мартышку. Пушкин в Одессе. Это интересно. Миша, не плачь, будет тебе обезьяна. Я не Миша, я Сережа. Все их путаю. Младшенький мой, один раз еще без матери. Миш, ну не плачь. Я Сережа. Тетя добрая, тетя красивая. Тетя меняется с нами. Кстати, как зовут тетю? Тетя Лена. Тетя Лена. Я согласна. Держи. Спасибо. Мой автобус. Сережа! Серёж! Ты где обезьяну взял? Дядя, на Пушкина обменял. Отдай обратно. С ума все посходили. Жить без очереди не могут. А на третьем этаже этих обезьян навалом. Пошли. До свидания. Очень виноват. Я же не хотел. Может, ты за ремонт машины платить не захочешь? Посчитай, сколько там. Диктуй. Бампер. 50. Крыло. 60. Левое, правое? Левое. Тогда 80. Кузов. 500. Ты приезжий? Нет, отслужил срочно, вернулся домой. Так ты одессит. В общем, да. Родился, правда, в Рязани, а мать коренная одесситка. Отец? Отец, он и сейчас живет в Рязани. Ну, куда тебя несло, а? Что ты меня укатил? Тут баба замешана. Угадал? Да не баба, а девушка. Понимаете, она мою сумку прихватила. Ага. Украла. А я тебе что говорю? Где баба, там неприятность. Ты послушай, как у меня было. Иду я, значит, в 54-м, по Приморскому. Молодой, красивый, кучеряй, ну, орел. Подожди. Так ты говоришь, она у тебя сумку увела, да? Нет, мы случайно с ней поменялись сумками. Случайно. Итого 1212 рублей 43 копейки. Подожди, подожди. С деньгами мы разберемся. Ну-ка ты мне про девушку. Про девушку давай. Угу. Все началось с обезьяны. А может, с Адама? Нет, с обезьяной. В зоопарке познакомились? Нет, возле Нюрмага. Да мы и познакомиться-то не успели. И влюбился с первого взгляда. Кто я? Отличная завязка. Девушка, сумка, авария. Да какая завязка-то? Писатель он. Драматург несчастный. А ты кто? Саша. Александр Ермоленко. Нет, профессия. Рабочий маляр. Нет, ты не маляр. А кто? Ты знаешь кто? Ты агент! Чего? Агент госстраха! Прекрасная мысль. Юноша, агент госстраха. Передовик, ударник, спортсмен, бывший десантник. И однажды... Не прыгал! Жаль. А если автогонщик? Я не умею водить машину. Так что ты умеешь? На велосипеде хоть умеешь ездить? Умею. Все, тогда ты велогонщик. Представляешь? Гонка. Ты лидер. Скоро финиш. И вдруг ты замечаешь ту самую девушку. Это банально. Так, давай сначала. Значит, ты агент госстраха. В этот день ты заключил 10, 20, 40... Да хоть 50. 50 договоров.
несешь их в сумке, мчишься в управление, и вдруг ты увидел ее. Представляешь? Я обо всем забыл, обо всем. А она случайно увела твою сумку. И вот ты всюду ищешь их. Девушку, сумку, сумку, девушку, девушку, сумку, сумку, девушку. Представляешь? Ты же... Вот однажды я это вижу. Ну, как начало? Ничего. Ничего. Может быть, только музыку посовременней? А тебе как? А у меня лучше было. Ты вот послушай. Вернулся я, значит, с китобойной. Иду по Приморскому. О, молодой, красивый. Подхожу к Пушкину. А там моя Маня. Доктор? Доктор, вы же обещали. Да ладно. Слушай, а как у тебя-то с ней было, с девушкой? Да никак. То есть? Ну как, я за автобусом побежал и под ваши колеса. Так ты что, ты с ней больше не встречался? Нет. Мне плохо. Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь так. Я ее найду. Вот в ее сумке газета лежала с адресом. Куйбышев, Ухта, Вологда. Что такое? Что это? Подождите. Вот, инкол 1515. Какой инкол? Почтовый адрес улицы Иностранной коллегии 1515. Ну, ты Шерлок Холмс. Послушай, давай так договоримся. Я не возьму с тебя денег. Как это? Но
ты мне будешь докладывать, как у тебя складывается сюжет. То есть, твои взаимоотношения с этой девушкой. Согласен? Есть. Вперед, герой. Молодой человек, вы не маляр, вы художник. Передвижник. Целый день вверх-вниз. Юноша, у меня к вам просьба. Пожалуйста, изобразите вон там Чебурашку. Зачем? Видите ли, мой внучек Витенька все время путает подъезд. Сейчас. Что за безобразие? Закрасить немедленно. Это я попросила. Мне нужен ориентир для моего внука Витеньки. А если все захотят? Очень хорошо. Дома хоть чем-то будут отличаться друг от друга. О, глаз народа. А это тоже твое художество? Мое. О, наш Витенька идет. Витенька, иди на Чебурашку. На Чебурашку! Куда? На Чебурашку! На тебя сигнал поступил, Ермоленко. Сигнал? Ты что там за картины на домах малюешь? Не малюю, а пишу. А животных? И животных. А зачем? Монументальная живопись. Чего? Живопись. Не в музеях, а на улицах. Диего Ривера, Сикейрос. Расписали целые кварталы в Мехико. Ты вот что, Ермоленко, ты мне это буржуазное искусство не пропагандируй здесь. Да Сикейрос коммунист, и Ривера тоже. Коммунист? Животных убрать, Сикейроса оставить. Но боюсь, Ермоленко, мы не сработаемся с тобой. Сами заявление подадите, или как? Ну ты нахал. Грищенко! Иду. Все эти его художества забелить. И Сикейроса тоже. Вот там? Да. Угу. Не понял. Ах ты, абстракционист. Вон из моей бригады. Понял? Вон! Ваши документы. За что? Вы ехали под знак. Въезд запрещен. Здравствуй, Зиночка. Здравствуй, мой дорогой. Ой, вот тебе сок, джем. Ну, а почему ты ничего не ешь? Ну, что же все осталось? Ты бумагу мне принесла? Бумага мне нужна, понимаешь? Бумага. Опять строчишь. Вот, вернули из театра. Не пойдет. Шестой вариант, Илюша. Ничего, Зинуля. Лапа де Вега написал 1700 пьес. Сколько, ох, сколько? 1700. Ой. Тогда у нас все впереди. Зинуля, все будет хорошо. Мы еще видим с тобой небо в алмазах. А деньги мы увидим, Илюша. Какие деньги? А на ремонт автомашины. Кстати, приходил к тебе этот бандит, приходил, который... Приходил. Ну и что, заплатит за ремонт? Я не возьму с него ни копейки. Илюша, как это? Так. Он заплатит мне своей жизнью. А куда это? Рысака повезли. Говорят, в Одессе памятник будут строить. Да. В каждом приличном городе есть свой человек на коне. В Москве Юрий Долгорукий. В Ленинграде Петр Первый. В Одессе нет никого.
Ну вон, теперь будет. Санёк! А? А кто построил этот дом? Архитектор Влодок. В 1898 году, по-моему. Это твой Влодок. Наверное, был этот... Как его? Фу. Ну, этот, который... Ну, чех или немец? Да не, не чех. Ну... Который баб не любит. А, женоненавистник. А, во! Женоненавистник. Почему? С чего ты взял-то? Таких женщин и такую тяжесть заставил держать. Мам! Что? А где рубашка светло-голубая? Помнишь, мы покупали к выпускному? Да там на верхней полке поищи. Наверху. Саша. Сынок, вырос ты как. Ну, погоди, я сейчас. Алло, а? Наташа! Наташа, тебя! Кто? А? Нет. Нет. Аллочка, здравствуй. Hello. Metal. Yes. У меня будет к тебе большая просьба. Понимаешь, Сашенька собирается на свидание. У него девушка примерно твоего возраста. Ты бы не проконсультировала его, потому что, по-моему, за время службы он отстал от моды. No problem. Hello. Алка, ты что ли? Блеск. Металл. Мельхиор. Вещь. Фуфло. Чего? Лажа. Нафталин. Держи. Полный отпад. Она нас всегда сердит и ворчит привычно. Кто ругает снег за снег, дождь за дождь ругает. И, конечно, лучше всех все на свете знает. И, конечно, лучше всех все на свете знает. Бабушки, 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 старушки. Бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Кто кому когда пришел, то чего нарушил. Все известно хорошо бабушкам-старушкам. Покачают головой строго и сурово. И боится их порой даже участковый. И боится их порой даже участковый. Бабушки, 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 старушки. Бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. We'll be right back.
бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Если вы по поводу обменов, проходите ко мне. Вы увидите мою квартиру, и вы буквально больше ничего не захотите. И ради бога, не расстраивайте себе нервы, что в первой комнате нет окна. Вы видите коричневую дверь. Там живет Федя. Он буквально за копейки вам сделает окно. Пойдемте, пойдемте, я покажу вам, что вы увидите из того окна. Подождите. Молчите и слушайте сюда. Вы только взгляните, и у вас язык не повернется сказать нет. Да. А что вы можете предложить мне? Мне нужна 15-я квартира. 15-я? А кто там меняется? И вообще, что они могут вам предложить? У меня самостоятельная, отдельная, со всеми удобствами. И если... Да я не собираюсь меняться. Конечно. Так что вы мне голову морочите? Девушка! Спасибо за комплимент. 15-я квартира, где здесь? 15-я квартира? Вика, ты куда паруса надула, а? Чтобы в 10 была дома. Ей до 8 успею. Смотри у меня. Говорите, 15-я квартира. Вон их окна, только вход с улицы. Поднимитесь на 3-й этаж, пройдите по коридору, спуститесь на 2-й, там увидите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не электрик? Нет. Очень жаль. Я... Оленька, это не электрик. А кто? Мужчина. Мужчина? Мне нужна Лена. Ну, я Лена. К вашим услугам. Мне другая Лена нужна. Худенькая. Простите. Нет, вы посмотрите, какие теперь утюги. Ведь это же сплошное издевательство. Давайте посмотрю. Когда, наконец, окончится эта жара в квартире, буквально нечем дышать. А эта мадам Брангель решила готовить бульон. Вы можете себе представить, что это за бульон? И это теперь называется курица. Несчастная синяя птица. Они ее варят вторые сутки. А она все сырая, как погода в январе. Ну как? Неужели починили? Грейт. Ой, спасибо. Но я все-таки должна вас огорчить. Другой Леночки у нас в квартире нет. А на газете стоит ваш адрес. В какой газете? Вечерка. Вечерка? Оленька, кто у нас выписывает вечерку? Вечерку? Это Паниковский. Осип Иванович, Осип Иванович. Я здесь. Тут вашу газету принесли. Молоды, были молоды, были молоды. Здрасте. Здрасте. Паниковский. Саша, а вы родственник или? Нет, я был знаком с Илюшей Файзенбергом. Кто это? Ильф, это его псевдоним, это он увековечил мою фамилию. Вы знаете, целая история. Когда простите, мы с ним... вот это вот ваша газета? Да, моя. Вот она оказалась у девушки в сумке. Странно.
Как она могла оказаться у вашей... Лены. О, Господи. Точно, точно. У меня гостил племянник из Краснодара. Он приезжал сюда сдавать мореходку, что-то у него там не сложилось, я знаю. Он еще хвастался, что познакомился в Одессе с очаровательной одесситкой во время экскурсии. Так, так. И не звать ее Леночка. Леночка, точно. Вот он написал ей свой адрес. И на чем? На какой-то замусоленной газете. Ну, конечно. Откуда у него визитные карточки? Кстати, ваша Леночка работает экскурсоводом. Спасибо. С вами находимся на Пушкинской улице, одной из красивейших в Одессе. Сейчас заканчивается ее реставрация. Как видите, дома окрашены в разные цвета. Каждый дом, его архитектура, украшения, цвет тщательно восстановлены по архивным документам, старинным картинам, воспоминаниям. Проделана огромная работа. Восстановлено 400 тонн лепных украшений и 60 тонн... Ой, простите, 600 тонн чугунных решеток. Его строительство велось с 1837 года по 1841. Итак, мы с вами на Приморском бульваре. Его строительство велось с 1837 года по 1841 год. Справа от вас знаменитая Потемкинская лестница. Она насчитывает в себе 192 ступени. Слева памятник дюку де Ришелье. Он выполнен в характерной манере классицизма. Пройдемте, пожалуйста. Я чув, что біля цього кардинала колись стояла пушка. Ой, вы знаете, это не кардинал. Хотя дюк был внучатым племянником кардинала де Ришелье и стал первым градоначальником города Одессы. А насчет пушки... Разрешите, Елена Петровна. Я стажер Елены Петровны. Вы мне разрешите? Была пушка. Была еще в давние-давние времена. Стояла на этом самом месте. И как в Петербурге, в Петропавловской крепости, ровно в полдень она стреляла. А однажды исчезла. Полиция сбилась с ног. Полицмейстер назначил награду тому, кто укажет хотя бы очевидцев в похищении. И вот через несколько дней начальник тюрьмы доложил, что бендюжник, арестованный за оплеуху городовому, укажет очевидца, если его за это освободят. Бендюжника подхватили и привезли к дюку. Ну, рассказывай, кто видел, грозно спросил полицмейстер. И тогда бендюжник сказал, вот он видел. А была еще одна история. Минуточку, минуточку. В тысяча... Товарищ! Товарищи, на этом наша экскурсия закончилась. Благодарю вас за внимание. Значит, стажер? Так точно. Александр Михайлович Ермоленко. Вынуждена огорчить вас, Александр Михайлович. Но больше тройки я вам поставить не могу. Почему? Факты вы, конечно, сообщили забавные, но где достоверность? Все это вымысел, легенда. Ну и что? Людей разве интересует количество ступеней или вес архитектурных деталей в тоннах? Стрела в мой адрес. Нет, что вы. Но ведь главное заинтересовать людей. Заставить их полюбить Одессу, как любим ее мы. Елена Петровна, прошу вас, не губите. Елена Ильинична. Елена Ильинична, дайте еще шанс. Как-нибудь в другой раз. А сейчас я с вами прощаюсь. До свидания. Привет. Привет. Кто это? Это наш стажер. Где-то я его видел. Поехали. Так, так, так.
Значит, герой влюблен в девушку, но у него есть соперник. Классический треугольник. Прекрасно. Это я покупаю. Ну, за бампер и крыло ты уже рассчитался. Дальше. Ну так, сегодня встречаюсь. Сумку я так и не отдал. Герой влюблен в девушку, а она выходит замуж за другого. Так острее. А ты должен увести у него невесту. Так еще острее. Как это увести? Куда? Убей жениха на дуэли, укради невесту. Ты же мужчина. Одессит, в конце концов. А она москвичка. Нет, манекенщица. Это эффектно. Да нет, манекенщица как-то избита. Ну, что-то, может, попроще? Может, это официантка из кафе? Кафе? Из кооперативного, а? Вот этого действительно давненько не было, лет 60. Если не больше. И ты приходишь в кафе застраховать кооперативное имущество. Отлично. Я это вижу. Когда цветных огней гирлянды развесит город на домах, когда в театрах музыканты ждут дирижера белых знак, когда я вечером скучаю, могу ли я тебя просить? Меня к себе на чашку чаю ты не смогла бы пригласить. И у тебя в гостях я замечаю, и в этом есть твоя вина, что выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина, что выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина. И под старинным абажуром, излучает мягкий свет, до самой полночи сижу я, и ничего прекрасней нет. Но разговор не бесконечен, пришла пора благодарить за вкусный чай, за теплый вечер, что ты смогла мне подарить. И у тебя в глазах я замечаю, и в этом есть твоя вина, что выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина, что выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина. Бесконечен, пришла пора благодарить за вкусный чай, за теплый вечер, что ты смогла мне подарить. И у тебя в гостях я замечаю, и в этом есть твоя вина, что выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина, что выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина. И у тебя в гостях я замечаю, и в этом есть твоя вина, что выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина, что выпивая чашку чая, я вдруг пьянею без вина.
Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Жанна Львовна, пожалуйста, проходите, садитесь. Сейчас. Садитесь. Ну, как вы себя чувствуете? Отлично. Да? Отлично себя чувствую. Илья Петрович. Да. Я прочитала ваш новый вариант. Да? Ну что? Тут кое-что есть. Серьезно? Ваша идея героя сделать агентом Гостраха – находка. Правда? Умный, энергичный юноша, передовик Гостраха – просто отлично! И Марк Афанасьевич тоже очень нравится. Неужели? Да. Серьезно? Да. Я счастлив. Но не торопитесь. Значит, есть тут одна вещь, которая нам категорически не нравится. Что именно? Ну, то, что девушка невеста другого. Опять этот пресловутый треугольник, Илья Петрович, это исключено, это невкусно. Жанна Львовна, Жанна Львовна, Жанна Львовна. Да. Это не треугольник. Угу. Это конфликт. Так. Понимаете? На этом все построено. Ну и стройте на чем-нибудь другом. Вы бы ушли от своей жены. Куда? Как куда? К другой женщине. Нет. А народ к этому призываете? Кто я? Жанна Львовна, это вымысел, понимаете, это искусство. Илья Петрович, мы этого не покупаем. А что же вы покупаете? Мы покупаем самобытные, незаурядные, талантливые произведения. Так значит, что же мне делать? Думайте, творите, пробуйте. Рада была вас видеть. Как настроение? Здоровье? Жалобы есть? Нету. Болит. Прекрасно. Помните, абсолютно здоровых людей не бывает. Если вы утром проснулись и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Пошли дальше. Проходи, Аллочка, на себя. Привет. Hello. Ну вот, свинтила. Метнемся? Держи. Клёво. О, Мальборо. Привет. На этом наша экскурсия закончена. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Ольга. А это от шахтеров Донбасса. Ой. Спасибо. Да, спасибо за интересную экскурсию. Ну что вы. Всего вам доброго, товарищи. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Это вы, стажер? Здравствуйте, Лена. Вот она, ваша сумка. Если вы меня пригласите на чашечку чая, я не обижусь. Здесь живет моя портниха Саша. Я шью у нее свадебное платье. Какое платье? Свадебное. Я выхожу замуж. Зачем? Этого не может быть. Почему? Как почему? Потому что вы должны выйти за меня. И у нас будет трое детей. Двое мальчиков, одна девочка. И мы будем жить дружно, 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 и умрем в один день, да? Как? Ну, это Грин сказал. Забавный вы парень, Саша. Но, тем не менее, это факт. Через месяц у меня свадьба, и мы с мужем уезжаем за границу. Он иностранец. Да он одессит, но его отправляют работать в консульство. Так что... Кого я вижу? Здравствуйте. Здравствуйте, Леночка. Вы, конечно, к нам? Да. Прошу. А вы молодой человек? Или вам не интересно, как будет выглядеть ваша невеста? Что за вопрос? Конечно, интересно. Ну, идемте.
Ну как? Что ж, очень неплохо. Но мне кажется, оно немного старит Леночку. Что? Лично я сделал бы его немного короче и уже. У Леночки прекрасная фигура, разве стоит скрывать это? А вы знаете, пожалуй, вы правы. Анна Григорьевна, да что же вы его слушаете? Он же ничего в этом не понимает. Не меньше твоего. Ведь это я посоветовал сделать твое платье для нашего круиза. Какого круиза? Для нашего. Сделать в стиле ретро. Я была в нем как пугало, Саша. Но это не помешало этому студенту из ФРГ весь вечер ухлёстывать за тобой. Можно подумать, что это было только из-за платья. А из-за чего ну, еще? Молодые люди, ну стоит ли ссориться? Поверьте, у вас еще все впереди. Миша! Их же надо обязательно запечатлеть. Загорелся. Он был лучшим фотографом в Одессе. Ой, Аня, не надо делать из меня культа. Ты же отлично знаешь, что первым фотографом в Одессе был Бернац. Нет, ты самый лучший. Я тоже кое-что умел. Я получил второй приз на первой всесоюзной выставке. Посмотрите сюда, это Алексей Максимович Горький приезжает обратно в Россию. Встреча в Одесском порту. А здесь, а? Владимир Владимирович Маяковский. Он был у нас в гостях. Он сидел вот здесь, на этом диване. Ну, ты ошибаешься, Миша. Он сидел вот в этом кресле. Нет, Анечка, нет, Ань, ты забыла. Посмотри на снимку. Ну, ты ошибаешься. У тебя склероз. У меня никакого склероза нет. Тебя не было, тебя не было. Ты пошла гулять с этим самым Зубилой. А потому что я не могла, потому что к тебе пришла эта пыжечка, ну, это ладно, самое. Ну, я тоже не была худа. Ладно. По-моему, ты хотел кого-то фотографировать. Ой, забыл. Склероз. Прошу вас. Прошу. Нет. Нет, это совсем не то. Ну что вы, как утюги, уберите руку сюда, вот так, к ней поближе, вот так, молодой человек, вот так. Леночка, улыбку, а? Это уже кое-что. Сейчас мы будем делать шедевр. Замрите, это же на всю жизнь. А неплохо у нас с вами получилось. Вы можете даже на сцене выступать. Рано. Это еще только половина сюжета. Какого сюжета? Понимаете, Леночка, тут такое дело, в общем... Саша, уходите. Чего? Саша, уходите. Это мой жених. Уходите, не оборачивайтесь. Кто это? Да так. Тебе не кажется, что в последнее время он не часто стал встречаться, а? Ну, Володенька, это наш стажер, и он действительно хочет стать экскурсоводом. А, ну да, конечно. И стажируется именно у тебя, а ты у нас наставница. А ты у нас Отелло? Упаси бог. Ревность — это пережиток прошлого. Только, знаешь, я не хотел бы, чтобы ты оказался на месте Дездемоны. Поехали. Слишком сложная задача, потому что треугольник про любовь. Потому что треугольник, потому что треугольник про любовь. Зачеркнут, теплых дней, как не бывало никогда. Кто же сможет мне ответить,
Что мне делать с этим третьим, чтобы исчезла треугольная беда? Это вечная проблема. Треугольник, три угла. Неразгаданная тема. Невеселые угла. Знак дорожный мне напомнил осторожно. Поворот крутой и трудный впереди. Я надеюсь на удачу, ты сама реши задачу. И меня за поворотом подожди. И меня за поворотом, и меня за поворотом подожди. Это вечная проблема. Неразгаданная тема. Невеселые дела. Это вечная проблема. Треугольник, три угла. Неразгаданная тема. Невеселые дела. Что с вами? Так это же... Это Лена. Вы что, ее знаете? Знаю. Это ж моя дочь. Ваша дочь? Так что ты ухаживаешь за моей дочерью? Выходит так. Потрясающе. Вот этого еще не было. Постой, но ты же говорил, дочь твоя замуж выходит. Да, выходит. А как же, за очень хорошего человека. А он, значит, хочет ее отбить. Как отбить? Как отбить? Молча. Да через неделю свадьба, у меня люди приглашены. Вы же сами говорили. Укради невесту, убей жениха. Я же не знал, что это моя дочь. Не волнуйтесь. Выйдет ваша дочь за очень достойного человека. Мы с ней больше не увидимся. Бабуля, привет. Привет. Это ваша дочь? Да, Дашенька, младшая. А это и есть герой твоего романа? Вы герой, есть романа нет. Героиня выходит замуж. Ну, блеск, это же конфликт, то, что тебе нужно. Да? Да. А если героиня твоя родная сестра? Ленка? Ну, это улет. Ну, мне пора. За машину я заплачу. Подожди, а как же с сюжетом? Жизнь подскажет. Даша, догони его! Слушай, а почему тебе не влюбиться в меня? Посмотри, что получается. Герой ухаживает за старшей сестрой, и вдруг появляется младшая. Поворот? Поворот. Ну вот, тебе же нужно придумать сюжет, иначе придется платить за машину. Поэтому ты должен влюбиться в меня. Что ты молчишь? Ну неужели я тебе совсем не нравлюсь? Постой! Осторожней! Вот посмотри, мне говорят, что у меня красивые глаза, фигура, губы. Неужели? Кто говорит? Все говорят. Девушка, у вас не будет для меня лишнего талончика. Пожалуйста. У меня есть. Кстати,
должна тебя сразу предупредить о своих недостатках. Как, неужели они есть? Ну, я серьезно. Вот ты только вдумайся, что получается. Люди женятся, чаще всего очень мало знают друг друга. Проходит время, они обнаруживают кучу недостатков у каждого, и все. Конец любви, развод. Правильно, деточка, правильно. Так вот, чтобы у нас так не получилось, ты должен знать обо мне и плохое. Интересно. Значит так, я иногда вру. Иногда. Ну, просто так, заносит. Представляете, как мне тяжело? Я ревнива. Вспыльчива. Но остальное все мелочи. Ну так как? Полюбил бы такую? Понимаешь, я у твоего папы положительный герой. А герой не должен изменять своей любви, правда? Чао. Тогда хмури героиню. Или что, слабо? Герой не может разрушить чужое счастье. Тоже мне герой. Это он не должен, это он не может. Слушай, тебя знаешь, куда надо сдать? В палату мира весов. Зачем? Как образец. Там все самое-самое. Самый длинный метр, самый легкий килограмм, и ты самый положительный под стеклом в рамочке. А внизу табличка. Александр, как твоя фамилия? Ермоленко. Ермоленко, блеск, а? Ты хочешь добить отца? У него и так творческий застой, ты еще в больницу попал. По твоей, между прочим, вине. Че смотришь? Начинаю сомневаться. Может быть, действительно влюбиться в младшую? Бесполезно. Младший не по душе сомневающийся Гамлет. Ей нравится смелый Ромео. Действуй, герой. Да. Денис! Папуля, привет. Привет. А это и есть герой твоего романа? Увы, героя есть, романа нет. Героиня выходит замуж. Блеск, это же конфликт, то, что тебе нужно. Да? Да. А если героиня твоя родная сестра? Ленка? Ну, это только в кино бывает. В каком еще кино? Ну, как в каком? Приморский бульвар. С нашим городом поспорим, когда акация цветет. Здесь забывают слово горе, а если что, до свадьбы заживет. К нам едут с гостами и даже с далекой вечной мерзлоты. Хватает места всем на пляже, а если что, так мы уже на ты. А весь секрет, конечно, в нашем море. Такого больше не найдете днем с огнем. И если вы случайно с кем-то в ссоре, так приезжайте и забудьте обо всем. Так приезжайте и забудьте обо всем. Конечно, не столица, метро пока что не для нас. Но вы не бойтесь заблудиться, а если что, трамвай подбросит вас. И все вокруг вам будут рады, жить вас пустят в каждый дом. А не хотите и не надо. Так, а если что, так... ну позвони еще разок. Да звонил уже. Ну рабочий день кончается. Ну что они там себе думают? Простите, пожалуйста, можно еще раз позвонить? Пожалуйста. Спасибо. Захар Павлович,
Ну, третий час загораем. Ну, как чего? Алифа? Да никто ничего не привозил. Ну, ладно, ладно. Молодой человек, вы хотите пить? Нет. Нет? Вот вы сейчас попробуйте мою фаршированную рыбу и сразу захотите пить. Ешьте, ешьте. Ну, ешьте, иначе я обижусь. Спасибо. Саня, теперь мне действительно хочется пить холодненькой водички из-под крана. Можно? Где вы видели, чтобы в Одессе днем шла вода? У меня в холодильнике компот. К перебоям с водой мы уже как-то привыкли. А вот с холодом зимой... Кстати, вы заметили, какие стали зимы в Одессе, а? У меня была печка, было холодно. Потом АГВ тоже холодно. Теперь это ТЭЦ опять холодно. Я им как-то зимой позвонила и говорю, что такое. Они мне отвечают, у нас давление упало. Чтобы оно у них поднялось, как у меня. Бездельники такие. Ну, еще компотик? Спасибо. Спасибо да или спасибо нет? Спасибо нет. Слушайте, у меня для вас есть невеста. Очень даже красивая девочка. Правда, не очень худенькая, но какие приличные родители. Нет. Нет, 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 спасибо. И за угощение тоже. А вы подумайте. Приличные родители в наше время – это большая редкость. Подумайте. Малер, значит. А что? Что ж получается, герой всю жизнь стенки будет красить? Почему всю жизнь? Герой готовится в архитектурный. Банально. Чего? У нас с папой вот такие варианты были. Привет. Летчик, гонщик, милиционер. А ты архитектор, это разве профессия? Это раньше нужны были архитекторы, чтобы такие дома сочинять. А сейчас что? Ставь коробочки одна на другую и все. Но с коробочками мы тоже можем кое-что придумать. Например? Ну вот есть у нас улица Ильфа и Петрова. Такая же, как все, да? Ну. А что если расписать торцы домов, изобразить сцены из золотого теленка? Назвать мебельный магазин 12 стульев. А там больше ничего не бывает. Магазин запчастей антилопа Гну. А кафе общепита Рога и копыта. Ничего. А ну иди сюда. Здравствуй, Танечка. Здравствуйте. Можно мы немного поиграем? Давай, пока никого нет. Спасибо. Садись. Говорят, архитектура – застывшая музыка. Это неправда. Ее надо увидеть и услышать. Смотри сюда. Вот это готика. Понимаешь, каждая эпоха оставляет свой стиль, как в музыке, так и в архитектуре. Смотри, смотри.
Культура будущего – это современная музыка. С помощью компьютера звуки преобразовываются в пластические формы. Музыка рождает пространственные образы. Понятно? Я в тебе не ошиблась. Толковый, обаятельный, мечтатель. Ну что еще нужен? Настоящий герой. Правда, слишком положительный. То есть? Живинки нет. Каких-то недостатков. Ну это ладно, я что-нибудь придумаю. А что с сюжетом? Что мы папе скажем? Думаю я пока. Думает он. Мыслитель. Вот, кстати, недостаток. Нерешительный рохля, как все мужики. Ну ладно, придется брать все на себя. У тебя что, экзамен? Да нет. Понимаешь, один человек сказал, что я скучно веду экскурсии. Да? Угу. Что за человек? Так, наш стажер. Стажер? Угу. Как он? Красивый? Очень толковый парень. Начитанный. Ленка, ты влюбилась? Даша, иди спать. В конце концов, дай мне поработать. Слушай, Лен, а может, ты переиграешь свадьбу, а? Ведь это твой Володя, он замучит тебя своей ревностью. Ну, ты просто еще глупенькая и маленькая девочка. Знаешь, ревнует, значит, любит. Да? Угу. Ну, да. Лен, какие ты цветы больше любишь? Ромашки. А что? Да так. Ничего. Привет. Нет, это не пойдет. На. Так. Ну что, еще начнем? Начнем с кафе «Жемчужина». Какая «Жемчужина»? Ты что, забыл свою роль? А что такое? Ты стажер. Ты заинтересовал героиню. Теперь тебе нужно дожать эрудиции. Понял. Угу. Итак, какой маршрут вы изберете? Номер 3 прошлое настоящее? Нет, номер 1. Маршрут любви. Любопытно, с чего же вы начнете? С Пушкина. С Пушкина? Итак, я жил тогда в Одессе пыльной. Самые гениальные его строки о любви родились именно в нашем городе, в доме номер 13, по бывшей итальянской. Ныне улица Пушкинская. А вот это знаменитый тополь любви. Говорят, Пушкин посадил его в день разлуки с прекрасной гречанкой Амалией Ризнич. Амалия навсегда покидала Одессу, чтобы через год умереть вдали от поэта. Мои холодеющие руки тебя старались удержать. Томление страшного разлуки мой стон просил не прерывать. Достаточно. Ну я ж просил не прерывать. Репетиция закончена. Вон твоя героиня. Давай, давай, вперед. Доложишь 8 в кафе «Жемчужина». Алло, 4-й этаж? Попросите, пожалуйста, Огонькова из 7-й палаты. Огонькова. Да, пожалуйста, срочно. Алло, пап. Привет. Не волнуйся, сюжет идет. Да. Что? Да. Я забегу. Пушкин, первый из русских поэтов, стал получать гонорары за свои стихи. Именно у нас, в Одессе.
Парковка здесь запрещена. Да я сейчас уеду. Да нет уж, постойте. Придется платить штраф. И Володя их видел? Ну да. Ты представляешь, как повезло? Повезло? Может расстроиться свадьба. Но зато будет другая. Какая другая? Ну, Лена и Саши. И молодожены получат твою злополучную страховку в день свадьбы. Шикарный хэппи-энд с криком «Горько». Даша, ты меня не путай. Знаешь, одно дело сюжет, а другое дело жизнь. Так я вроде ничего не путаю. Люди подают документы в ЗАГС. Им назначают испытательный срок. Зачем? Зачем? Затем, что людям надо проверить свои чувства. Правильно. А какая же это проверка, если за 3 месяца ничего не происходит? Вот я и создаю ситуацию, чтобы Ленка могла решить, кого она любит, понял? В общем так, ты Дюма отец, а я Дюма дочь. Я тебе все придумаю. Так учти, что герой должен обязательно совершить подвиг. Он должен спасти героиню. Допустим, представляешь, в доме пожар. А ни она, ни имущество не застрахованы. Кругом огонь. Вода. Лучше вода, море. Конкурс. Мисс Одесса. А невеста не умеет плавать. И на этом конкурсе я это вижу. На щенка похож прибой. Жаль, что мы с тобой в ссоре. Был бы рядом ты со мной. Собралась я было плакать, но шепнула мне волна, что слеза всего лишь капля. Капля в море не видна. Капля в море, капля в море, а на море корабли. Капля горя, капля горя, в море солнца и любви. Капля в море, капля в море. Будет и конец, и случится очень скоро встреча наших двух сердец. Были волны, словно горы, станут тихими потом. И тогда мы нашу ссору капли в море назовем. Капля в море, капля в море, а на море корабли. Капля горя, капля горя, море солнца и любви. Thank you.
Нет, стоп. При чем тут ты? Что? Я говорю, что герой должен спасать героиню, а не тебя. Но ведь твоей Жене Львовне не нравится, что герой отбивает невесту. И не надо. Он неожиданно полюбил другую девушку, как Ромео. Как Ромео? Ну, он ведь вначале был влюблен в Розалину. Вернее, ему так казалось. И только когда встретил Джульетту, понял, что по-настоящему полюбил. Вот помнишь, как там? Нет, с Розалиной у меня конец. Я имя позабыл, ее отец. Помнишь? Хорошо. Хорошо. Это надо записать. Дашенька, а сейчас... Это... Так. Так. Илья Петрович, а ведь у меня тоже, как у этого Ромео, вышло. Только ее Розой звали. Ты же говорил, что Маню встретил. Так то до мамы было. Как здоровье? Настроение? Жалобы есть? Нету? Отлично. Помните, вас лечат не врачи, не пилюли, а желание, вера, надежда. Любовь. Любовь вам противопоказана. Лен, я так больше не могу. Я должен вам кое в чем признаться. Давайте зайдем в кафе. Итак, я героиня папиной пьесы. Бедный папочка. О чем только не писал, и каждый раз оказывалось, что это уже было. Теперь взялся за свою семью. А вы, значит, его соавтор, да? Нет, я его должник. Из-за меня он попал в аварию, в больницу. Ну и мы решили ему помочь. Кто это мы? Вы Даша. Понятно теперь, откуда ромашки. Ну, сестренка, ну, авантюристка. Нет, нет и нет. Это никуда не годится. Это еще хуже, чем было. Жанна Львовна, Жанна Львовна. Что это у вас за герой? Сначала ухаживает за одной девушкой, потом бросается за другой. Жанна Львовна, да ведь поймите, что даже у Шекспира... А при чем тут Шекспир? Оставьте вы Шекспира. Это феодальные отношения. А у нас современный положительный герой. Что это он мечется туда-сюда? Где это у него моральные принципы? Что же делать? Вы газеты читаете? А что случилось? Ну, кругом идет перестройка. А-а-а, эксперимент. Да. Должен же ваш герой внести свою лепту. Страхование брака. А в чем оно заключается? Мой герой предлагает новый вид страхования. Своеобразный экономический эксперимент. Ну. Но вы ведь сами говорили, что сейчас много пишут об укреплении семьи. Так. Так вот, мой герой предлагает новую форму страхования. Ну? Страхование брака. Представляете? Ага. Перед вступлением в брак ага. молодожены вносят энную сумму в гострах. Ага. И, скажем, после 10 лет супружеской жизни гострах возвращает им эту сумму с крупными процентами. Как награду за супружескую верность. Прекрасно. И напротив, при расторжении брака виновник ага. развода должен нести крупную неустойку гастраху. И тогда он трижды подумает, ага. прежде чем разводиться. Прекрасно. Мы с вами становимся родоначальниками нового почина. Я это вижу, да. не все это принимают. Да. Есть ярые противники, да. ярые сторонники. Да. Но наш герой не сдается. Нет. И оно прямо идет к своей цели. И главное, он первым заключает страхование собственного брака. Мы встретились однажды. Песчаный берег был пустынен и высок. Мы долго рядом шли,
жажду. Но не было воды, но не было воды, кругом один песок. Ирония судьбы, нам солнце улыбалось и в то же время жгло лучом наискосок. А мы искали тень, но нам не удавалось найти хоть деревцо, найти хоть деревцо. Кругом один песок. Между нами пустыня, очень грустный пейзаж. От него сердце стынет, наша встреча мираж. Горьким взглядом окинем путь придуманный наш. Между нами пустыня, наше счастье мираж. От счастья находясь почти на волосок, мы жгли свои костры, и в них сгорали песни. Куда ни оглянись, куда ни оглянись, кругом один песок. Между нами пустыня, очень грустный пейзаж. Как суровые зимы, от него сердце стынет, наша встреча мираж. Горьким взглядом окинем путь придуманный наш. Между нами пустыня, наше счастье мираж. Дашка еще ребенок. Саша, ну вы же взрослый человек. Как вы могли пойти у нее на поводу? Ну а чего я? Я герой. А началось-то, между прочим, все с вас. Да. Помните, тетя Лена, сумочку-то мою увели, а? Был такой грех. Потом авария, больница. Наше счастье мираж. Слушай, она действительно не приходила? Да чтоб меня покрасили. Саня, да сходи сам к ней домой и объясни. Я не знаю, где она живет. Так у бати спроси. Да ну его. Опять начнет сюжет вытягивать. Давай починим его машину. И он от тебя отстанет. Да? Туда-сюда. Никак места не могут найти для памятника. Говорят, не вписывается в городской пейзаж.
А кто сидеть будет? Кандидатов много, но инстанции пока не утвердили. Так что место вакантное. Гончаренко из Киева. Вас ожидают Валя из Омска, Наташа из Тулы, Оля из Минска и Ирочка местная. Это опять вы. Мелочь поищите. Слушай, сдачи не надо. Телефончик, да? А? Какая красивая девушка. А телефончик? Дяденька, тебе нужен телефончик? Вот, возьми. Молодой человек. Молодой человек, заплатите за топчан. Вы что, сюда спать пришли? Привет. О, Дашка. 20 копеек. За что? За топчан. Работаю здесь, чего уставился? Слушай, а куда ты тогда подевался, а? Я тебя ждал, ждал. Мы же договорились. Искал. Ты уже нашел все, что искал. Поздравляю, желаю счастья. Ты ж сама устроила эту встречу. Ну, дура я. Ну, я ж тебя предупреждала. Что? О чем? Что я ревнива. А, ревнива, вспыльчива, врешь иногда. Ну, Дашка, ты прелесть. Ты что, нельзя? Я же на работе. Я поступала в медицинский, но не прошла по конкурсу. Мы с папой оба неудачники. Все, что задумаем, все срывается. И так всю жизнь. Ой. Если бы ты знал, как я раньше танцевала в ансамбле «Современник». Интересно. Как? А вот так. We'll be right back.
Ну а дальше-то что? А дальше мать восстала. Концерты, поездки. 10 класс, экзамены. В общем, она наотрез. Понятно. Значит, на танцах крест. Выходит крест. Ну, а может быть, все-таки вернешься в ансамбль? Как? Ты моей мамы не знаешь. Давай руку. Даш, есть идея. Знаешь что? Сделаем так. Я прихожу к твоей маме, ты открываешь дверь и говоришь: Александр Михайлович, здрасте. Ну, попробуй. Александр Михайлович, здрасте. Да нет, ну надо с выражением. Убедительно. Здравствуйте, Александр Михайлович! Ну, это переграло. Ну, ладно. Справишься. Расскажи что-нибудь о своей мамаше. Здравствуйте, к вам можно? Проходите. А вы... Простите, Александр Михайлович, вы? Здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Это вам. Спасибо. Простите, кто вы? Александр Михайлович. Заслуженный артист Чечено-Ингушской ССР. Очень приятно. Садитесь, прошу вас. Чем обязана? Видите ли, я новый руководитель ансамбля «Современник». Очень приятно. Даша покинула ансамбль, насколько мне известно, по вашему настоянию. Да, верно. Даша слишком мала для кочевой жизни. Потом ей надо учиться. Признаться, ваше решение меня поразило. Ведь Даша пошла по вашим стопам. По моим? Но я никогда не была танцовщицей. Верно, но ведь свою молодость вы провели в экспедициях. Для геолога вся страна родной дом. Не так ли? Да, но я не геолог, я археолог. Ну, кто же этого не знает? Ведь это вы нашли остатки Сыродутного... Сыродутова. Сыродутова горна и Босфорской амфоры. Тем самым доказали связь между Овидиополем, греческим миром, с южными берегами Понта. Понта Эвксинского. Что? Черного моря. Ну да, конечно. Да что там амфора? Ведь вы 10 лет с академиком Резо расшифровывали надписи на осколке гранита, да, найденного при раскопках. Ольвии. Ну откуда вам это все известно? От самого академика Резо. Но он давно умер. Ну, это он теперь давно умер. А когда он был еще жив, он не раз разговаривал со мной. Ну, вы, вероятно, были маленький, да? Ну, конечно, маленький. Я сидел у него на коленях, он говорил: Санечка, да что же могут значить эти самые проклятые надписи? Даш, ну почему-то мне раньше не познакомился с Александром Михайловичем. Мамочка, ну ты же раньше об этом не спрашивала. Не спрашивала. Ну так как, Зинаида Ивановна, отменим ваше решение. Право, не знаю. Разрешим Дашеньке вернуться в ансамбль. Не знаю, мне надо посоветоваться. Рубанем с плеча. Нет, вы знаете, мой муж сейчас в больнице. Знаете, приходите дня через два, через три, мы примем окончательное решение. Хорошо. А теперь, извините, мне пора. Репетиция. Танцы прежде всего. Всего вам доброго. Я провожу вас. По-моему, ты с понтом обаял маму. С каким понтом? Ну, с этим. А, эвксинским, что ли? Ну, да. Ну, вот. Считай, что ты в ансамбле. Лови. Нужен мне этот ансамбль, как рыбий зонтик. Не понял. А ты что, действительно подумал, что я хочу вернуться в ансамбль? Современник называется. Ставят допотопные танцы.
Тоже мне молодежный ансамбль. Современник фараонов. Я свой ансамбль сколачиваю на скейтах. Так. Чего же я тогда? Чего я надрывался-то? Ну, я хотела посмотреть, что ты за человек. Ну и что? Посмотрела? Наш человек. Да, ну а как с сюжетом? Герой, наконец, уже решил что-нибудь. Дело в том, что герою действительно нравится другая девушка. А не кажется герою, что он упрощает сюжет? То есть? Ну, герой не выходит замуж за другого. И тут появляется младшая сестра, которая, можно сказать, навязывается ему. Даш, ну... Если так, то ты ошибаешься. Младшая тоже любит другого. Не веришь? Нет. Это и есть мой парень. Привет. 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 Бери меня под руку. Я? Ну, сказано тебе, бери под руку. И смотри на меня долгим и нежным взглядом. Каким? Долгим и нежным. А теперь пошли. Слушай, Денис, ты меня извини, мне некогда. Пока. Какое сегодня число? Пятое или шестое? Четвертое. Вообще-то цифры это очень интересная вещь. Я тут недавно в газете прочитал. У нас каждый год выпускается 1,5 миллиарда пар обуви. И это 4,5 пары на душу. А на ноги ни одной. Давай, идите. Ваш выход пятый. Какой выход? Пятый. А что это такое, вот это, вот это? Вот что это такое, вот здесь? Что это такое, вот здесь? Схема эвакуации при пожаре. Если воспламеняется вот тут, нет, вот лучше вот тут, да, вот тут то лучше. Ходячий больной бежит вот сюда. А лежачего больного котят в эту сторону. А если здесь самовозгорается, то наоборот. Ходячий бежит в эту сторону, а лежачего котят сюда. Котят, котят. Куда котят? У тебя же два потока пересекаются, вот так? Сюда котят. Так если сюда котят везут, так, то остальным куда? А? В окно? Моя рукопись. Извините. Мальчики, будьте добры, подберите листочки, пожалуйста. Я выхожу замуж и уезжаю за границу, сказала Лена. Но вы должны выйти замуж за меня. У нас будет 3 детей. 2 мальчика и 1 девочка. Извините, пожалуйста. Они поженятся. Кто? Даша и Саша поженятся? Какая Даша? Лена! Клавдия Ивановна. А, блины ели, помнишь? На масленицу. Анвар Абесоломович. Мам, а кто такой этот Анвар Абесоломович? О, ты знаешь, вы выбрали директором, он вряд ли придет. Майкл Джексон. Так, ну это же Дашкины штучки. Вытеркивай. Володь. Может быть, махнем куда-нибудь с тобой, вместо свадьбы? Я открою. Зачем нам ехать? Сыграем свадьбу. И на 3 года к этим на экватор. Ну, я не понимаю, ты там работать будешь. А я что там забыла? Лена!
ваше свадебное платье. Добрый день. Здравствуйте. Нравится? Ага. А это вам лично от меня. А можно мне? Желаем счастья. Ну и кто это? Жених. А я тогда кто? Володя, успокойся. Я прошу тебя, только успокойся. Ну вот, теперь ты мне расскажешь, что это твой стажер или экскурсант. Здравствуйте. До свидания. Господи, опять ты со своими подозрениями. Я тебе сейчас все объясню. А вот объяснять мне ничего не надо. Я тебя видел с ним и не раз. Ну это все Дашка подстроила. Конечно, Дашка. Дашка. Дашка Майкла Джексона пригласила. Жениха к нам дом привела. Все, Дашка. А ты ни при чем. Я прошу тебя. По-моему, я здесь просто лишний. Извини, держи. Володя. Володя, ну ты можешь выслушать меня хоть раз в жизни? Что такое? Что случилось? Боже мой, да это Александр Михайлович. Даша, ты, может, объяснишь мне, что это такое? Неужели непонятно? Финал папиного произведения. Хэппи-энд. Какой еще хэппи-энд? Просто ужас. Скажи, зачем ты каждый день? Похоже, дел других не знаешь. За мною следуешь, как тень, и в полдень ты не исчезаешь. И по ночам тревожишь дом, поскольку словно привиденье ты ходишь под моим окном, ты ходишь под моим окном. Печальной тенью, тенью, тенью. Уже не изменю я мнение. Ты будешь для меня всегда, ты будешь для меня всегда. Лишь только тенью, тенью, тенью. Поехали с нами в Ялту. Зачем? Там молодежный фестиваль. Выступишь с ансамблем. Когда ехать? Завтра. Завтра.
дорисовывается, но вот концовки нет. Да нет, концовка как раз и есть, вот экспозиция, концовки? Вот. Ой, экспозиция. Да есть концовка. А вот концовки ну, нет. Странный человек, но концовка, есть концовка. Концовка была на Приморском бульваре. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо, до спасибо. До встречи. Только не здесь. Ну, я вас умоляю. Но если когда-нибудь где-нибудь что-нибудь, то мы всегда, да? Спасибо. Когда-нибудь что-нибудь мы всегда. Телефон взял. Взяли. Взял. Взяли. Взял. Нормально. Жанна Львовна. Счастливо. Жанна Львовна. Здрасте, Мирка. Здрасте, Жанна Львовна. Как вы себя чувствуете? Отлично. Выписался. Правда? Да. Ночью все закончил, как договорились. По-моему, просто... Просто прелесть получилась. Просто хорошо. Садитесь, пожалуйста. Нет, 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 вы садитесь. Нет, вы, нет, а вы женщина. Ну, давайте вместе сядем. Давайте сядем вместе. Вот. Илья Петрович, я, наверное, виновата перед вами. К сожалению, то, что вы предложили... Идея страхования брака, да? Да. Это не пойдет. Почему? Ну, как же? Мы же договорились. Вы же одобрили. Да, одобрила. Но, понимаете, я рассказала вчера Марку Афанасьевичу, и он восстал против этого. Категорически восстал. Но почему? Вы понимаете, только между нами. Я этого как-то не учла. Марк Афанасьевич был уже трижды женат. Ну, ну и что? Ну, идея страхования брака, уплаты неустойки. Ну, вы понимаете? Да, теперь понимаю. Но у меня для вас есть и хорошие новости. Марку Афанасьевичу теперь очень понравилось то, что у вас было в самом начале. Ваш первый вариант. Какой вариант? Ну, то, что герой уводит чужую невесту. Марк Афанасьевич, подождите. Сестра! Не надо, не надо. Марк Афанасьевич сказал, что таким и видит он нашего героя. Сильным, энергичным, устремленным. И то, что девушка бросает ради него жениха, характеризует нашего героя как настоящего мужчину, победителя. Илья Петрович. Илья Петрович. Между нами. Марк Афанасьевич собирается снова жениться. А у нас в отделе всего две женщины. Главбух и... А я ее старше на 10 лет. Ну, что вы мне посоветуете, Илья Петрович? Вы ведь все-таки инженер человеческих душ. А как сюжет? О, Господи, пойдет. Обязательно пойдет. Не усложняйте и короче. Рекламный ролик-то всего на 5 минут. Ну, что вы скажете? Я бы выбрал вас. Ой, Илья Петрович. Саша! Мой запорожец. Как новенький. Значит, отремонтировал? Ну, что делать, если с сюжетом труба? Знакомьтесь, это Саша, мой герой. А это Жанна Львовна из Госстраха. Очень приятно. Из Госстраха? Да. Очень хорошо, мы как раз завтра собирались к вам. Прекрасно. Что будем страховать? Дом. Дом. Где он находится? В черте города? Да, особняк. Особняк? Вы скульптор, художник? Торговый работник. Маляр. Маляр и особняк? Да, особняк. Старый, дряхлый. Но это историческая ценность, понимаете? В годы революции там было литературное кафе. Хромой Пегас. Свои первые стихи читали Багрицкий, Кирсанов. Бывали Олеша, Паустовский. Ну и что? Как что? Это был литературный и культурный центр Одессы. А теперь его хотят снести. А если он подлежит сносу? Понимаете, наша бригада... Вот мы хотим взять его под охрану и отреставрировать на сэкономленные средства. Саша! Саша, это идея. Александр, спасибо. Я всегда в тебя верил и это чувствовал. Вот о чем я должен писать. Но мы вам этого не заказывали. Я сам себе это заказываю. Страхование брака деньгами. Грубо. Саша. Чем должен быть застрахован брак? Любовью. Правильно. Только любовью. Мой герой должен любить свою девушку.
твой город. Это море и небо! Да, небо. Илья Петрович, спуститесь на землю. Жанна Львовна, вам не удастся щипать крылья моего Пегаса. Ваш Пегас захочет кушать. До свидания, маляр. Илюша! Зиночка! Что случилось? Поздравляю. И все из-за твоей писанины. И, между прочим, не без вашего участия, Александр Михайлович. Так а что случилось-то? Лена поссорилась с Володей навсегда. Понимаешь, навсегда, и свадьбы не будет. Но мы же с Сашей хотели просто... Мама! Мама! Дашка уехала. Как? На теплоходе в Ялту. Вот записку оставила. Желая чести мне и Саше. Нелепость какая-то. Вот так, Александр Михайлович. К мор вокзалу подбрось, а? Опять ты? Ну, подбрось, потом рассчитаемся. По-моему, сейчас я с тобой рассчитаюсь. Саша! Саша! Я с вами! Господи, Саша, ну объясните вы ему! Подожди! А машина! Одно к одному. Так, значит, бампер, фара, крыло, стекло. В общем, практически все. Кончился год, снова за месяц, месяц, только покоя одно не дает. Почему мы не вместе? Почему? Почему? Почему мы не вместе? Почему? Почему мы не вместе? Весна холодна, добрый не радует вестью. Год перепутал свои времена. Почему мы не вместе? Почему? Почему? Почему мы не вместе? Почему? Почему мы не вместе? Сколько дождю моросить? Топчется время на месте, словно готова обоих спросить. Почему мы не вместе? Почему? Почему? Почему?
почему мы не вместе, почему? Почему мы не вместе? Мучит все тот же вопрос, так же ответ неизвестен. Видно, со счастьем сегодня выброс. Почему мы не вместе? Почему? 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 Мы не вместе, почему? Почему мы не вместе? Почему? 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 Мы не вместе, почему? Почему мы не вместе? Thank you.